Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 2 ноября, 3 часа ночи, ребят, Хэллоуин закончился. Но, если не ошибаюсь, еще денек у нас должны, да, там, по-моему, до 3 числа у нас все эти ивентовые штуки. Поэтому, наверное, что-то еще в тематике Хэллоуина повисит. Давай. Боже мой. Ну, наконец-то, одним вопросом в чате меньше. Слава тебе, Господи, вышли, ребят, эти супергеройские скины, чтоб их... Как же я запарился отвечать на вопрос, как я думаю, когда они выйдут. Ребят, супергеройские скины. Я не знаю, стоит о них рассказывать особо много, нет. Что нужно о них знать? Кастомизировать можете когда угодно. Вот эти эмодзи, которые вы кидали, да, там клоуна и так далее после смерти, можно выставлять любую на грудь, на спину, да, вот туда на спину. Сейчас покажу, что потом опять будете говорить, что дезинформатор. Лепите мне. Вот, на грудь, на спину, видите, да? Можно, чтобы не было никакой. Разукраски разные. Все выбирается по цвету. В плане, есть оттенки, там металлик, вот эта вот вся фигня. Металлик, спандекс, пластик, ткань. Структура разная. И миллион цветов. Оба вот это сочетание, как хотите, так собираете. Масочку одеваете, снимаете. Пояс одеваете, снимаете. Волосы, разные прически. Плюс вот эти вот костюмные темы. Поняли, да? Тут цвет, тут цвет, тут цвет пояса. Тут цвет глаз, можно, чтобы глаза светились. Тоже свечение вот этого тоже можно разным цветом сделать. Это волосы. Это глаза, это волосы. Тоже можно, это лицо. Да, это лицо, а вот это волосы. То есть можно забахать там себе что-нибудь вообще веселое. Вы поняли, да? И все эмодзи, которые у вас есть, абсолютно все, да, вот которые вы за ФНКС получали сейчас, все абсолютно добавлены, можете, вот она, да, который сейчас был, можете добавить себе или вообще убрать что-либо, да, то есть, ну, у меня тут эмодзи дофига, у вас, кто столько же играет, столько, ну, там, плюс-минус столько же, у кого-то поменьше, понятное дело. Герой вместе с героем в комплекте эмоции, которые можно юзать только на этом герое. Она проецирует вот этот вот значок, который вы налепите в воздух. Типа как у Бэтмена был значок вот такого же плана. И с каждым героем уникальная одна эмоция, которая именно с этим героем. Здесь у нас динамика. Ключевое, смотрите, когда скин вы героя выбираете, обращайте внимание просто вот на три прически и лицо. Потому что все остальное у всех одинаковое. То есть маска, вот эти расцветки, все одинаковое. То есть различаться будет только первые три прически. Все. Ну и лицо, само собой. То есть по ним выбирайте. Я себе тогда купил, по-моему, деваха называлась Космика. Если я не ошибаюсь. Это мне очень нравится еще. Кайфучая. Вот контратака еще топовая. И да, я себе взял космику. Угу. Вот космика и контратака мне больше всего понравились. Кайфы. Реально кайфы. И с пацанами, ребят, ровно все та же самая история, как и с девахами. Тоже разница только в прическах. Прикольный причесон, кстати. У пацанов я выбрал... Кого там я выбрал? Ну, это вы все повыбираете, ребят, посмотрите. Ну, по мне, это самый мастхевный скин сейчас. Вот у пацана надо было, блин, вот этого брать, наверное. Топовый тоже. Короче. Да, кайфучий тоже. У пацанов тоже мне два прикололи. Я себе взял мегаватта, да. Мегаватта. Ну, мегаватт мне тоже, да. Вот. У пацанов и у девчонок, да, мегаватт мне нравится. И... Как его... И сверхзвук, мегаватт чуть-чуть, наверное, все же больше. У девах космика и топовая еще контратака. Да, вот мое мнение. Дальше что у нас есть, ребят? Смотрите, у нас есть плащ, на который также фигачатся эти эмодзи. И, ну, с плащом эмодзи. То есть на плащ тоже можно вот этот ваш значок. Дальше кирка, фантомы и... голограмма. Это я вам покажу, потому что вы должны понимать, о чем речь. Бэкпэк как выглядит, видите? Любой. То есть это уникальный бэкпэк, который вы можете юзать, ну, все, что хотите, все, что у вас есть. Просто топич. Бэкпэк. Ну, супер. По поводу плаща. Где этот плащ?
С плащом хуже. Ну, лично для меня, я плащи не очень люблю. Так, это не тот. Вот он. С плащом, ребят, то же самое. Вы выбираете цвет. Вы выбираете ему верхушку. Цвет, да, вот это. И вы выбираете ему также эмодзи, ну, эмодзи, либо убрать вообще. То есть, кто любит плащи, имба. Кирка. Кирка тоже, блин, офигительная. Что с киркой? Кирка, смотрите, ребят, вы выбираете тоже цвет. То есть, у вас есть цвет основания и цвет верхнего. И цвет верхнего, да? Плюс есть... Давайте что-то контрастное, чтобы вы видели. Плюс есть несколько видов того, как оно будет вот это вот все. Кирка топич. Ну, то есть, этот набор, блин. И смотрите, оно продается набором. Я вот не помню, единственное, что, сколько оно стоит набором. Потому что я тогда помню, что было... Я очень хотел кирку, очень хотел бэкпэк. Плащ, грубо говоря, бонусом шел. Поэтому наборчик топовый. Кайф. Вот это просто супер, ребят. Поэтому, ну, кто ждал, мое поздравление. 1400 люди пишут набор. 1400. Я очень хотел кирку, которая стоит 1200, и мне понравился бэкпэк. Да, и у меня уже было выгодно. Плащ мне в комплекте, считай, подарком пошел. Идем дальше, ребят. Ну, дальше... А, в магазине больше ничего нет. Это что за такой маленький магазин? А где все? Где все? Луча. Ребят, я даже не знаю, кто-то будет что-то с правой стороны покупать или нет, когда такое. Ну, расскажу, покажу. Луча за штуку 200. Я думаю, те, кто хотели лучу купить, сейчас прикупят вот то дело. Луча. Пурпурный защитник с двумя стилями. Шапка у него еще новогодняя есть, зимняя такая. За 800. Нормуль скинчик. Вполне. Киберциклоп тоже за 1200. Тоже, ребята, кто покупают киберциклопа, скорее всего, супергерой получше будут, ребят. Да, подороже, но получше. Дальше, три эмоции. Это пингвиний шаг в передвижении, отличная эмоция. Это фаер-шоу. Тоже кайфовая, очень нравится. Мы ее, кстати, дарили, спасибо большое. Классная эмоция. И слезы ручьем. Блин, наш непривычно магазин такой маленький, я привык уже к этому полотну. До Нового года, наверное, у нас вот этого полотна бесконечного уже не будет. Я думаю, только на Новый год у нас пойдут то же самое. В новости, ребят, во-первых, самое важное, да, что может быть в магазине. Дальше это финал, понятно. Вот такую штуку у нас заанонсили. Заточите верную кирку и примите участие в турнире «Удачное веселье» в воскресенье 8 ноября ради шанса выиграть набор «Лачлан». Боюсь что-то запрещенное сказать. До того, как он поступит в продажу. Вот какой-то «Лачлан», ребят. Вот. И скоро от Marvel вот такой вот тоже скинец нам заанонсили. Друзья, спасибо! Спасибо большое, что смотрите, спасибо большое за вашу поддержку, спасибо большое, что указываете тег автора, мой SPT 073. Если сегодня будете что-то покупать, огромная просьба не забыть указать, потому, ну, я думаю, вы сегодня прикупите что-то, SPT 073, укажите. Ну что ж, друзья, то, что вы ждали. Как у меня был вот собран какой-то сетец, ребят, я его вам и покажу. То, что я собирал последним. Просто хочу обратить внимание на все, что меняется, да, то есть волосы, цвет. Скин, у меня металлическое, если не ошибаюсь, идет покрытие, вот это, да? Что тоже два цвета, расцветочка, то есть все-все-все настраивается. Впереди лого, это эмодзи, которые вот на этот фэнкс падал у меня за трансляцию, люди получали за просмотр. Глаза, видите, тоже вот это пламя. На спине эмодзи, и вот это бэкпэк, как раз-таки вот этот голографический, который за 400. Это вот этот бэкпэк. Смотрится все круто. Эмоция, которая, да, я говорю, она выглядит вот так. Которая эмодзи у вас стоит, оно на этом скине светится. Тоже довольно классно. Кирка. Это первый стиль кирки. Два цвета здесь я поставил. Первый цвет кирки. Кайфы. Это прям кайфы.
Да, хорошо. По эмоциям... А, пингвини-шаг у меня же заменила метла. Да, надо пингвини-шаг найти. Долго пингвини-шаг жил у меня. Где-то родной. Вот он. Топовая эмоция. Фаер-шоу и слезы ручьем. Слезы ручьем. И фаер-шоу. Бум-бум. Бум-бум. И жду вас на трансляции, ребят. Понедельник, 21:30 на Твиче. Всем вам буду рад. Ссылочку на Твич в описании найдете. За лайкос под видео спасибо. За подписку тоже. Пока.